Вот опять вы помните меня? Да, меня зовут Тара, и мне 11 лет, в пятом классе. И, короче, помните такой сериал, где я рассказываю про свою подругу, про кошелек и адопт? И, короче, мы начинаем уже его рисовать маркирушками. Короче, вот это назад. И выбираем какой-нибудь цвет. Короче, мне такой случай случился, что я раньше мне Витиктока сказала, что я некрасиво рисую и не фигню снимаю. И, короче, я поверила, что я фигню снимаю. Я ей тоже в комментарии написала, то есть не в комментарии, а в WhatsApp, что она тоже фигню снимает. И в итоге мы поссорились. Но мы не поссорились, так она со мной дружит. И, короче, вот так у меня пока весь получается. Это просто как там? Ну, вы знаете, бежевый. Мне не сложно рисовать таких девочек, как Витиктока. Витиктока вообще говно снимает, и я не знаю почему, но все равно говно. Короче, вот так вот получается у нас. Вот так вот. И рисуем теперь как-то. Как там, кофточку. Кофточка будет вот такая вот. Пежо тоже. Но это на самом деле такая в Роблоксе есть. Кофточка. И, короче, я хочу такую же повторить. Она мне очень понравилась. Вот прям в лове. И меня раньше моя ЛПшка попросила лимонадную стойку. И, ну, я не купила ей, но потом я подумала и решила купить. И это ее была самая лучшая мечта на свете. И в итоге я ей, ну, конечно же, купила. И она так была рада, и она сказала, это моя мечта была. Она сказала еще, спасибо! А я ей сказала, пожалуйста. Просто пожалуйста. Вот такая у нас кофточка получилась, а вот тут вот буду потом нарисовать в третьей части рисования. Короче. Вот это у меня, который, как там, видите вот эти ниточки, которые обрезаны, и там торчит, это такие лосины есть. Короче, и тут, и там торчит кожа. И вот я, вот почему я зарисовала. Бежевую. И точно думайте, что я круче снимаю. Напишите комментарии к... Кто круче снимает, а кто лучше рисует? Витиктока или я? Если я, наберите 100 лайков. Если я. Видите, как я нарисовала правильности? И, короче. А если дашь, то есть, если Витиктока, то 200 лайков. А если... То и то лучше рисует, то так не считается, я или она. Лучше не добивайте 200 как там лайков. Я не хочу, чтобы вы сказали, что лучше рисует Витиктока. Почему? Я бы так обиделась. Я случайно раньше такой случай произучился. У меня там есть сестра, которая 13 всегда лет. И скоро получит паспорт. И, короче, ей было где-то 12, а стало 13. И, короче, потом я с ней такая встречаюсь, открываю дверь. Она говорит, женщина, вы кто такая? Не поняла, я говорю. А кто? А кто же еще? И, короче.
И, короче, вот таким у нас кофточка, кожа и штаники. И мы сегодня дорисовываем как там эти. Ну, я только дорисую клеточки, и все будет готово почти. Вот так вот именно. Вот так вот. Вот так вот. Оп. Вот так вот. Ай, вам забыла сказать, мне уже получше. Короче. И вы знаете, что я свою ЛП заразила? Заражение подруги? Чек! Это же смешно очень. Ай. Ты почему вылетаешь? Короче, у меня вот так вот получается. Раз я так красиво рисую, набейте мне 100 лайков. И, кстати, кто снимается в лайки, найдите меня, я подписана по-английскому, Лиза. И если вы увидите новогоднюю девочку такую, короче, анимешку такую, да. И, короче, это я буду. Потом вы нажимаете на любое видео, если не будет там супер лайки написано, то перелистывайте. И если будет там супер лайк, то быстрее отправляйте 100 лайков или 150. Я буду к вам так рада. Вот прям рада. Ой, не-не-не-не. Подождите, ребята. Секундочку, сейчас открою как-то. Ой-ой-ой. Не тот! Все. Короче. Вот как там, Даша такая дура. Помните, я вам рассказывала в первой части или второй. Короче, тебе посмотри, где я говорила об моей подруге, что сегодня случилось. Короче, я потом это посмотрю. А потом мы... Короче... Я такая сижу на лавочке, или, то есть гуляю на улице без Даши. Потом выходит Дашка, какашка. Мы с ней как там, нормально гуляли, да. Потом подходит моя подружка Аня. И я говорю, пошли в другое место погуляем. А потом меня как там... Даша всех посылает домой. А потом она сама ушла домой. Вот такой вот человек. Вот это весь танцпол. Короче, вот так вот у меня получается. И вот эти вот волосы, которые у меня сейчас тут нарисованы, выйдут через где-то завтра. Но завтра это не точно, может быть и сегодня.